И всем привет, ребята! С вами я, Крипезет. И я играю в Weightlifting Simulator 3. Я тут давно не играл. И со мной играет мой братик. Всем привет, меня зовут. Да, я уже снимал с ним видео. Он был там, там я был бафу. И смотрите, я как изменился. Реверсы у меня 209, бравы 197, все такое. Мне 8. Да, 8. Реберстов у него 250 кг. Так, как качайся? Нормально, нормально. Ладно, пошли. Качаюсь. Ладно, я пошел посмотреть, что там делает качки. Воу-воу-воу. Такс. 202 реверсы. Да. 245 301 силы. Ладно, ладно. Кто на каком месте? Ты на первом, я на третьем. Ты на третьем? На втором, как обычно, да? На втором. Вот оно, вот. Вот он стоит. Но он не дрищ, молодец. До гальгантуана покачался. Сколько у него ребят-то? 101. Во-во! Очень круто. Но мне 202. В два раза больше. Ну да. Да, купи, конечно. У меня 2 миллиона гема. Ладно. Го в лунную локацию. Ладно, я пошел в лунную локацию. Что-то я не могу нормально ходить. Если что, одна, что добавляю. Да, от тебя. Ну, меня тоже можно. Потому что я могу удалить своих прошлых друзей, которые они не играют. Да? Я не могу тут какого-то чувака убить. Это кто? Все убил. А, всё, два килла. О, молодец, молодец, молодец. Так, смотри, теперь мне сколько дает. Ну, лагает уж, лагает. 199, это не максимум. Ну да, мне максимум дает больше 300. 333, это максимум, да. Видел так много, да? Да, я сам в шоке. Четыре? Четыре? Да. Ого. Иногда пять. Мне 69 дала. Когда у меня было 166. 23, да. Так, кто-то написал хай. Класс. Короче, досмотрите ролик до конца, чтобы увидеть баг на реберсты. Да, просто я хотел бы посмотреть свою аналитику, и то я сам был в шоке. Вы увидите это в следующем видосике. Ладно, я поставлю на 100, чтобы увидеть. 20 лайков. За 3 дня на крыло. Это невозможно для меня. Тогда мы снимем. Ну, он сам снимет. Потому что я не могу тогда играть. Да уж, это понятно. Вот я с ним буду играть, только без звука. Ага, это жалко. Ладно, вы увидите. Так, ну продолжаем. Мне пришел какой-то гальгантуан. Не понимаю, что он делает. А я хочу купить скины. У него, в принципе, хорошие скины. И Крипезета. Не то, что у меня. Ну давай, я куплю себе новый. Я на легендарный буду копить. А мне не нужно копить. Да, ты понимаешь, почему?
тебя там сколько геймов? Инферно плюс 750. Она крутая? Не, она у меня уже есть. Ладно, теперь такое еще. Так, лачки. Она у меня тоже есть. Чё? Чем мне такие скины уже прошедшие? Так, подписчики, я буду троллить качков, пока Алтай у нас качается. Да. Ладно, наезд, конечно. Второе место, 5 хилов, а другие, ну да, вы видите. Ну я тоже чуть покачаюсь. 99,9. Что было вообще? Ой, я сейчас сам тут. Так, тут стик. Он тоже хочет со мной качаться, да? С таким качком. Кажется, у него лаги. Хотя нет. Что за гиганты, а? Скажите мне. А, ноль урона. Чего вам нужно от меня? На вам двоим. Вот это гигант, но я его с первого удара, конечно, забыл. Я даже не брал кулак, чё? На все. Так, этот Гаргантуан все еще тут ходит. Как он сделал эти эмоции, а? Скажите мне. Я, кажется, знаю. У меня Санта скоро третий левел будет. Я, кажется, понял эти... Смелфай хочет убить Гаргантуана. Вы это видели? Мне совсем чуть-чуть осталось. Да, потом баг на Лейберт покажу. Я так и быстро катаюсь. То мне 212 тысяч. У меня было 2 Роберта. Чё тебе надо, дрищ? Ладно, ну, конечно. Чё вам надо, дрищи? Кроме этого. Капец, она сколько урона нанесла этому чуваку. Так, тут ходит танк. Не совсем чуть-чуть осталось. Андрей Блоксель 89. Да уж. Баф приходит и его бьет. Теперь Смайлфрай. Если хочешь, я тоже буду бить его. Во, вот а это. У меня хватает на Реберт. Точно хватает, смотри. Ну тогда потом покажем. Да, конечно. Тут Гаргантуан. Так, Реберт. Это тот самый Гаргантуан. Он не лагает. Шо? Ну, хотя я его могу завалить. Он становится маленьким, падает. И захожу на сервер опять. Чё, он не падает? А ты зачем? Перезашел? А я Реберт сделал. Мы еще не показали же баг на Реберты. Ладно, поставим. А так, сейчас посмотрим, я за сколько ударов. Да, вот я. Да. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
легенда, да? Кажется. Нет. Нет? Я покашляла и убегала. А покашляла? И я могу... А, да-да-да, ты же сможешь, да? Да. Там сейчас Бакнер-Эвельт сделаем. Сейчас поставлю. И Пэт. Кто-то там хотел Бакнер-Эвельт сделать? Я не могу, прикинь. А, вот-вот. Так, ты пришел? У тебя только 10 левит, да? Только недавно сбылась 10 левит. У меня только вчера было 20. Ой, где? Куда ты? Вот, что ты? Я бегать буду лучше. А, ладно, бегай. Я покажу вам Бакнер-Эвельты. Да-да, сейчас. Мы делаем Эвельт. Эвельт. И выходим. Я вообще сделали Эвельт? Да, все. Мы выходим из игры. Да, мы выходим. Что у нас? Да, пусть. Музыка крутая тут. Для вас, наверное, это перевернуто вообще. Ладно, пусть загружается. А, ладно. Так. Напишите в комментарии, у кого больше силы, чем у Криппернеда. И у него, конечно. Сейчас, теперь заходим в рандомный сервер, конечно. Рандом, нам давай жрать. Так вот. Теперь заходим в любой сервер. Сервер. А, да. Я что-то забываю. Вы не подумайте, что мы просто в стоп поставили и зашли на сервер и накачались. Мы можем второй раз повторить. Ну, он, то есть. Да, я. Вы видели, как он... Ну, вышел и пришел, и у него, короче, много репертов. Он может доказать, что это без никаких стопов. И без фотошопов, да? Да. Ну, просто у нас сейчас перерыв интернета, да? Так вот, у нас масса осталась. Давай еще накачайся и... Зачем мне накачаться, бро? Скажи мне. А, точно. Ты еще тебе наизи. Таня, зачем мне качаться, если у меня уже хватает? Хватает, что ли? Молодцы, ну, давай. Конечно, смотри. Давай. Теперь по-настоящему. Статс, вы видели? Теперь без паузы давайте. Мне вообще... А, да, видео идет. А так, теперь делаем реберт. И выходим из игры. Теперь заходим к Алтаю. Да? Да. Теперь сейчас увидите вы, как это работает. Работает. Так, мне нужно поставить спид 2, конечно. Во-во-во, вы видели? Анимация осталась. Конечно, мы не делаем ресет, а то мы так... О, мы упали. Упали. Сейчас я иду к тебе. У меня 2 308 658 гем. А у меня 2274. Я скорость накачаю до 100. До 100, это нормально. Ладно, с вами была я, Крипер Зет, и Алтай. Всем пока. Пока.